День славянской письменности и культуры отметили в Орехово-Зуевском районе. В этот же день церковь чтит святых Кирилла и Мефодия, христианских проповедников, которые создали азбуку. Главное торжество состоялось в Дрезденском центре культурного развития «Юбилейный». Азбуки Веди, или «Я знаю буквы» – это начало славянского алфавита, который придумали Кирилл и Мефодий примерно в 863 году. Кириллица, такое название получил алфавит, положила новую ступень развитию языка и является прародителем современного алфавита. Мы чтим память святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, вспоминаем их подвиг, как они пришли на нашу землю, создали славянскую грамоту, перевели священное писание на наш русский язык и несли слово истины нашим народам, несли христианскую веру на нашу землю. Праздник День славянской письменности и культуры в Орехово-Зуевском районе отметили праздничным концертом, который прошел в Дрезденском центре культурного развития. Поздравить гостей от лица главы района приехала его заместитель Ирина Волкович. Я поздравляю вас с этим праздником, желаю всем здоровья, добра, благополучия и, конечно же, мирного неба над головой. Помимо России, в этот день Кирилла и Мефодия вспоминали еще на Украине, в Белоруссии, Болгарии, Сербии и Македонии.